Российские артисты поздравили Донецкую Народную Республику с Днем города и Днем шахтера. Знаменитые в странах СНГ коллективы «Барановские бабушки», «Ласковый май», «Архипелаг» и «Лесоповал» выступили с концертом в Центральном парке культуры и отдыха Донецка с многоплановой развлекательной программой. Публику вашу мы обожаем, мы уже приезжаем не первый раз. А у вас одна из самых горячих, теплых и патриотичных аудиторий в нашей стране. А вот самым одиозным для многих стало выступление призеров Евровидения 2012 года фольклорного коллектива «Броновские бабушки». Его участницы исполнили удмуртские песни и кавер-версии известных поп-композиций. С чем вы сегодня сюда приехали? С веселым, хорошим настроением для того, чтобы хоть немножечко украсить жизнь горожан, поздравить их с праздником и с профессиональным шахтером, и с вашим днем города. По различным оценкам, концерт в центре Донецка собрал до 10 тысяч человек. Причем, как отметили сами артисты, поздравлять с праздниками жителей республики они начали еще накануне. Многие из российских исполнителей выступили с праздничной программой в преддверии Дня шахтера в нескольких городах и районах республики.